Всем привет, дорогие друзья, с вами Швырин, играем в мини ТД. Ну, как бы она мини, видишь, блядь, вообще мини-мини. Без всякого обучения, просто, типа, там вот нажмите на строчку и стреляйте. Ну, это вообще как бы что-то вообще минимум. Ты, блядь. Можно улучшить. Писал больше. Ну давайте побольше просто этих давайте. Не знаю. Ну то еще простили, конечно. Реально не по минимуму. Можно настроить этих вышек 500 штук. Ты. Блять, прошли, сука. Ну ладно. Продолжить. Может, лучше башню для этого нажмите на нее. Давай-ка, знаешь, мы ее сейчас вообще будем улучшать. Только ее. А. 160. Ух ты. Хорошо держится. Максимально теперь надо. Ух ты. Давай тоже улучшим. А теперь будет супер мега ток с улучшенных. Ух ты. Давай, давай, сейчас 160 как раз. Будет 160, нет? О. Две максимальные. О. 80, 120. И последняя волна, такая медленная волна. Ох ты, одну все-таки пропустил. Ну это не критично, одна. Это еще нормально. Так, для начала игры необходимо построить башню. Так, вот все на сгибе хорошо вот, строить за башню. Снайперская башня, бля. Давай. Ну это какая-то, да, какая-то снайперская башня. Мы сейчас поулучшаем все равно, потому что, блин, фиг его знает, сейчас полетят какие-нибудь чубарики. Так, давай-ка. Ух ты, вот эти вот, блядь, чубарики. А, блядь. Давай. Вот эти 60 тоже. Сейчас, наверное, сделаем. Здесь вот все построим. По 60.
Вот, а здесь две. Интересно, она достанет? Ну, здесь вот так вот можно поставить, да. Улучшить. О, не пропустим, максимально. Здесь тоже, да, максимально сейчас сделаем. И последний, для последней волны вообще вот эти вот зашибись, остальные вообще не очень. Давайте на вот эти вот улучшать. Но 160 не получится. Да пускай стреляет. Так, давай. Вот, теперь пускай стреляет. Ах, к вам, ну ладно. Бывает. Начало игры нужно... Ну, я уже как бы выучил вашу штуку тогда. Ну, давайте посмотрим. Смотри, если так, то охватывает хорошо тоже. Вот. Здесь вот так вот охватывает. Здесь вообще мало. Если честно. Вот если вот так вот, вот так вот охватывает. Потому что, ну это ладно, улучшим мы сейчас. Вот эти три сейчас башни улучшим. Даже можно сказать, вот эти две сейчас поулучшаю. Насколько это возможно. Окей. Уже 46, смотри-ка. Ну они, да, они хорошо прям пуляют. Вот это вот надо. Вот эту штучку улучшить. О. 29. Дальше. 60 на 160, по максимуму прям улучшить. 44 будет. О. Ну, она еще сама, то есть увеличит объем, хотел сказать. Давай-ка. Вот этих тоже надо улучшать. Они хоть это, но они как массовики такие вот. Много. А, десятого. Вот эти только улучшить. Надо тогда вот так вот делать. Вот так вот. А, да, в принципе, 3 звезды. О боже, 3 звезды. О, теперь еще одна. Вот это как идет? Так, вот это, наверное. Так вот. Так вот. Ну да, вот так вот сделаем. Вообще, что? А, это заморозка. Хорошо, выбрали, в принципе. Пускай стреляет. Струляет. Так, давай-ка заморозочку. Сейчас медленно будет. Они даже до заморозки не доходят. О, зашли заморозку. Но поздняк метаться здесь уже. Ух ты, ё-моё. Тут уже все схвачено. Надо 160 быстро. 160. Тоже достает как раз. Вот это самое нормальное. Она еще достает после. Вот, максимально. А это тоже будет доставать, наверное. Вот. Чуть-чуть притормозить и все. Урончик и чуть притормозить. Тан-тан-тан-тан, да.
максимально. Здесь 120. Сейчас эти еще медленные придут. Они вообще там медленные. О, они. Они даже не доходят. О, тут изи вообще. Изи. Ребят, на этом все. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк. С вами был Шевелин. До новых встреч.